Обеденная жара не смутила зрителей, пришедших посмотреть гонку с главной трибуны Сочи автодрома. В категориях «Туринг» и «Суперпродакшн» лидером стал Дмитрий Брагин. На «Ситли» он команды «Таиф Мотоспорт». Он на первом круге отбил атаки соперников из команды «Лукойл Рейсинг» и лидировал от старта до финиша. Второе место завоевал Николай Карамышев. Третье – действующий чемпион России Алексей Дудукало. Основная борьба кипела среди участников класса «Суперпродакшн». Антон Бадоев планомерно прорывался вверх и одержал первую в карьере победу. Второе место занял Михаил Лобода, третье – Владислав Незванкин. Класс «Туринг Лайт», как обычно, порадовал многообразием моделей, увеличившимся составом пилотов и яркой борьбой. Здесь весь заезд доминировал Михаил Митяев на «Лада Калина». Приятными сюрпризами стали второе место главы команды «Битюнинг» Андрея Севастьянова, выступающего на Volkswagen Polo, и бронза Ильдара Рахматуллина на «Renault Twingo». А неприятными – сходы быстрых пилотов, имевших в Сочи шанс набрать очки. Андрей Радошнов разбил свою Kia Rio о бетонное ограждение, а вот Андрея Масленникова и Дениса Булатова подвели моторы. В квалификации международной серии TCR International Series выиграл Стефано Камини. У экс-чемпиона Михаила Грачева восьмое время. Еще один постоянный участник Сергей Афанасьев показал 11-й результат.